семена томата Блю 20 рублей, Блаар 20, позволяют собирать необычные по внешнему виду плоды, отличающиеся целебными свойствами. Сорт относится к средней степени созревания, поскольку плоды созревают на 111-115 день после появления всходов. Плоды круглой формы и весом около 80 грамм, окрашены в темно-синий цвет. Темная окраска на плоде появляется под воздействием прямых солнечных лучей, в места, где солнце меньше попадает, урожай будет менее темным или красным. Цвет внутренней части томата красно-розовый, мякоть плотная и ароматная. Содержание витамина сотый век в этом сорте несколько выше, чем в помидорах красного цвета. Томат Блаар 20 – это травянистые высотой от 150 до 200 см с типом роста, индетерминантные. Томат Блаар 20 имеет ранний срок созревания. Плоды имеют массу от 90 до 100 грамм. Форма у плода плод округлый. Цвет плода фиолетовая с бордовыми брызгами. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.